Мої вам вітання. Запрошую вас до цікавої і змістовної життєвостверджуючої бесіди. У нас сьогодні ексклюзивне з інтерв'ю з Наталою Володимирівною Родіною, психологом, парапсихологом, членом-кореспондентом Академії технологічних наук України, керівником Центру розвитку особистості, дослідником аномальних явищ. Наталя Володимирівна, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогі друзі. А в цьому місті вже був перший ваш відкритий семінар, на який, безумовно, прийшло дуже багато тих людей, які займаються духовним розвитком. Чи можете сказати, що сьогодні духовний розвиток – це те, що все більше і більше цікавить людей на планеті? І чи кожен знаходить свого вчителя? Як правильно його знайти? Коли готов ученик, прийде і учитель. Є таке вираження. Да, я була приємно удивлена, проводя семинар в вашем городе, пришли люди, люди пытливые, люди интересные. Пришли люди, которые занимаются и своим личностным ростом, внутренним своим состоянием. И в глазах этих людей я видела, ну, знаете, понимание того, о чем мы говорили. А мы разбирали очень серьезные житейские темы. Люди задавали вопрос, почему трудности, почему сложности, как можно выйти из этих трудностей, что нужно почитать или что нужно сделать в жизни. Я видела, что для многих людей то, о чем я говорю, было понятным. Это меня, конечно же, приятно удивило. Мы даже собрали группу, с которой будем работать уже вот в этом месяце. Поэтому, друзья, я считаю, что когда люди готовы, когда они пытливые, когда они ставят цели перед собой и ищущие люди, они всегда найдут выход из ситуации, они всегда найдут того человека, который даст хорошую подсказку, рекомендацию, совет или поможет делом. Таких людей я много встретила в вашем городе. Оцей семинар, який пройде, відкритий семинар, пройде під гаслом вирішення проблем. Безумовно, людина народжується для того, аби бути щасливою. Проблеми і життєві задачі, які зустрічаються нам на шляху, звісно ж, для людини, яка духовно розвивається, це шлях до самовдосконалення, це путівка в нове життя. Для більшості людей, які ще не знайомі з духовним розвитком, оці проблеми, як закриті двері, взагалі в життєвий простір. Чи можна вирішити всі ті проблеми, з якими до вас приходять люди, Наталя Володимирівна? В принципі, духовне розвиття, воно і существує для того, в першу чергу, дабы чоловік зміг вирішити свої труднощі, складності і свої проблеми. Но существує определенные трудности вокруг этих прекрасных слов «духовное развитие». Далеко не все люди понимают, что это такое. Многие это связывают с какими-то сектантскими сообществами, многие связывают это с религиозными сообществами, многие связывают это с какими-то ритуалами, какими-то там процессами необъяснимыми и непонятными. На самом деле все очень просто. Духовное развитие – это в первую очередь личностный рост человека. Это открытие природы человека, это открытие его возможностей, это обучение людей пользоваться тем потенциалом, теми возможностями, которые каждому из вас уже с детства дадены, от природы дадены. Но люди не только об этом не знают, они не умеют этим пользоваться, они попадают в трудные ситуации. Задача всех людей, кто духовно развивается, в первую очередь решать свои проблемы. Это основа жизни, научиться управлять своей жизнью. Я всегда задаюсь таким вопросом. Неужели люди не задают себе такой вопрос? Это же моя жизнь. И первое, чему мне надо научиться в этой жизни, так это ею управлять. И когда люди говорят, что я не управляю событиями, у меня проблемы, у меня сложности, я не знаю, что мне делать дальше, всегда вопрос, а что же вы делали раньше, до этого времени? Живя жизнь, вы не научились ею управлять. Это говорит о том, что человек не развивался, он не занимался собой, он не создавал определенный процесс реальности, который бы мог бы ему объяснить, и всего научить. Так вот, духовное развитие, личностный рост, открытие способностей, возможностей ваших – это и есть прекрасная жизнь.
Только таким способом и методом вы можете решать свои задачи. Духовное развитие – это наука, познание высшего разума, науки высшего разума. Это та сила, те возможности, те способности, та реальность, которая объясняет реальность всего происходящего. Духовное развитие – это задание для каждого человека. Вы все приходите сюда с единственной целью – духовно развиваться. Наталя Володимирівна, от зараз нас дивляться і слухають телеглядачі, які прийдуть вже цієї неділі на відкритий семінар. Адресу його проведення ви бачите на екрані, як і час. Безумовно, це ті люди, які прийдуть зі своїми клопотами. От вирішення проблем. Система побудована вашого навчання так, що за декілька днів навчання на нулівці людина може вирішити свої фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям, якісь сімейні негаразди, формувати свої майбутні події. То що, все залежить від людини? Бо ж більшість покладається на Бога, на когось, а вже потім, напевно, в останню чергу на себе. Я скажу вам, что редко кто и на Бога покладается. Как-то люди настолько сейчас разуверились во всем и во всех. Они настолько потеряли доверие ко всему. И их так часто обманывают, что приходится первое время показывать им совершенно обратную реальность жизни. И когда они понимают, что здесь их не обманывают, здесь им дают очень серьезные знания, практики, информацию, советы, рекомендации, объясняют, как решить, и уже решают эту проблему. Как только они это видят, они включаются в процесс понимания и осознания и начинают работу над собой. Они начинают работу над теми проблемами, с которыми они пришли. Да, и уже в первые дни люди решают свои самые сложные, трудные проблемы. И мы уделяем в первую очередь внимание на этом базовом курсе – это здоровье, это финансы, это личные взаимоотношения и разрешение трудностей, сложных жизненных ситуаций. Понимаете, друзья, нельзя это разделять. Нельзя прийти к нам на курсы, вот пойду решу проблемы финансовые. Да вы, если откроете эту проблему и запишите ее, и посмотрите, вы поймете, что здесь нужно все полностью и внутреннее состояние посмотреть, насколько вы соответствуете быть богатым человеком. И внутреннее состояние милосердия, добра, любви, помощи, как вы к себе относитесь, как вы к людям относитесь, какой социум вас окружает. То есть все в жизни взаимосвязано. Поэтому наша работа – это целостная работа. Мы целостно стараемся подойти ко всем вопросам вашей жизни, вашей реальности. Жаль, что многие люди сначала в это не верят, но потом проходит время, они начинают это применять в своей жизни. Я всегда говорю своим ученикам, не надо мне верить на слово. Проверьте. Вот все то, чему я вас научила, возьмите в жизни и проверьте. Когда вы проверяете, вы сразу видите результат. А результат и является самым лучшим доказательством. Поэтому да, к люди ко мне приходят те, которые идут с целью решать свои трудности, проблемы и сложности жизни. И мы разбираем все по крупицам. Я стараюсь уделить внимание каждому человеку, каждому подойти индивидуально, каждого раскрыть, каждого наполнить, каждого освободить от этой агрессии, от тех низких грубых вибраций, которые и привели его к такой трудной жизни. Життя більшості людей – це бурхливий океан або ж море з такою непостійною погодою. І дуже рідко в кого це грайлива і тиха річка. Я б сказала, що ви, Наталя Володимирівна, даєте кожному рятувальне коло. От той спасательний круг, як кажуть, так? А вже як пливти в цій річці, кожен вирішує сам. Бо ж навчаючись у вас, треба ще й працювати. В чому заключається оця праця? Що людині треба робити? Як себе почати змінювати внутрішньо? В чому ж цей секрет, яким одним відкриває двері до багатства і щастя, а інші кажуть, не для мене це.
Да, многие вот приходят, или же люди, которые смотрят наши передачи в Ютубе, вот сегодняшний эфир, вот они спрашивают: скажите, но что мне надо будет делать? Вот на физическом уровне, что я должна делать? Какие должны быть мои процессы, движения? Что мне нужно делать? Двумя словами не сказать. Но то, что вам будут дадены знания, практики, и эти знания и практики нужно применять в своей жизни, нужно жизнь свою адаптировать к этим знаниям и практикам. Вот тогда у вас получится все. А это работа, это труд. Да, вам не нужно будет брать лопату и копать. Нет. Но работа над собой, над своими мыслями, чувствами, над своим миропониманием и отношением к людям, к социуму, над работой того анализа, который ежеминутно, ежемгновенно звучит в вашей голове. То есть вам нужно всем понять, от чего у вас трудности. Когда вы понимаете, от чего они у вас возникли, и имеете метод, который исправит эту ситуацию, избавит вас от этого, вы берете, делаете, и жизнь сразу меняется. В первые дни занятий жизнь людей меняется. Это прекрасно. В первые дни. И когда человек достигает результатов, наверное, это является самой серьезной убежденностью. Но знаете, друзья, многие люди, которые ко мне приходят, они уже насмотрелись на разных передач «Битва экстрасенсов» или каких-то других шоу, или каких-то других процессов, или уже были у разных людей, которые называют себя экстрасенсами, ясновидящими, гадалками и так далее. И вот они стараются мою работу, тот труд, который я выполняю, знания, которые даю я людям, они стараются примерить к тому опыту, который они получили. Друзья мои, это совсем не то. Это совсем не то. Это далеко не то. Это вообще не то. Это бабки, гадалки и так далее. Это что одно. Это шоумены. Это люди, которые выполняют свою работу, за это получают деньги. Это их задание. Я занимаюсь развитием общества, развитием и обучением людей. Понимаете? То есть ко мне идут, как в институт, учиться. Идут люди учиться правильно жить жизнь, учиться исправлять проблемы, учиться правильно выйти замуж, создать семью, учиться зарабатывать деньги. Понимаете? Это обучение. Это высшее знание, которое надо и понять, осознать, и потом это все применить на опыте. Разницу улавливаете? То есть я не занимаюсь шоуменством. Нет, у меня этого нет. Я занимаюсь наукой. Наукой, которая объясняет строение, природу человека. Наукой, которая объясняет, как сформировался мир, как сформировались мы с вами, как это все существует, какими вибрациями, силой, возможностями, энергиями это все поддерживается, каковы эти процессы, что создает вам события, какая цель первична, какая завершающая, как можно разрушить события, как можно создать по своему желанию новое событие, с чего начать, что потом делать, чем завершить, как получить. Друзья, это знание, это учеба. Вот почему не всех беру на курсы. Так они все и готовы. Не все могут это. Не все эти высшие знания для людей, у которых и определенный уровень интеллекта есть, и понимание, где еще мозг работает и способен это все осознать, применить, разобраться. Понимаете? Многие факторы должны присутствовать. Помимо ваших несчастий, надо, чтобы еще было определенное внутреннее состояние, где я сразу вижу, сможете вы или не сможете. Если сможете, с радостью беру вас на курсы, делюсь тем, что знаю, умею, помогаю, решаем и выходим счастливыми людьми. Не можете, даю рекомендации, что нужно для того, чтобы ситуация исправилась и подготовиться к курсам.
От здається так легко, але це в цій легкості найважче. Тут потрібно підписати внутрішній договір своїм новим життям. І вийти, як я кажу, дуже часто з зони свого комфорту, тому що це треба бути іншим. Ваші знання отримувати, треба відповідати тій сутності світлого, яке людина, в принципі, несе і хоче цьому навчитись. Наталія Володимирівна, центр, який ви очолюєте, розвитку особистості, він центр, який дійсно займається наукою, бо він функціонує при Академії технологічних наук України. Те, що ви науковець, багато років науку пропагуєте людям, оті вищі знання, це однозначно. Є ще ваші надздібності, які допомагають людям вже на відкритих семінарах, а я б сказала так, прицільно вирішити свої задачі або ж деякі проблеми. Бо всі знають, по тих містах, де ви працюєте, що ви читаєте думки і бачите людей, ну, не так, як бачимо ми звичні, ви бачите наші душі. Як будуєте свою роботу? Ви щитуєте інформацію з залу, з яким приходять запитом? Да, друзі, я вижу чоловіка таким, каков він є, його внутрішнє состояние, його біди, його боль, його радость, його щастя. Особенно вижу то, что происходит с ним в данный момент. Вот человек заходит, я сразу вижу, какой у него характер, какие у него привычки, что ему нравится, не нравится, как он поступит в тот или другой момент. То есть я сразу вижу его психотип, есть такое выражение, да, в психологии. Ну а отсюда, конечно же, когда люди сидят в зале, я вижу их мысли, каким образом идет волна информации. Потому что когда человек думает, его мозг излучает волновое излучение, которое содержит в себе информацию. Мой мозг настроен на зал, на людей, и он просто расшифровывает эту информацию. Вот как я вижу мысли других людей. Вы сами их посылаете, эти мысли. Если бы вы их не думали, то я бы видела, что вы мысли и не думаете. А так вы их сами думаете, а я просто это считываю, вижу. И уже потом под ваш запрос, а вы же сидите, что вы думаете? Ой, у меня такая проблема. Ой, вот это мне надо решить. Ой, мне надо у нее спросить. А я раз вам и ответила. И потом, когда задаю вопрос, ваши вопросы, и вы мне говорите, так а вы уже ответили. То есть, видя ваш запрос, я вам тут же даю предложение. То есть, тут же вам рассказываю, почему это так, а вот это так, а вот это так. Друзья, сверхспособности есть у каждого человека. Просто люди это не раскрывают в себе, не умеют этим пользоваться. А те даже, кто раскрывает, не всегда правильно это делают. Поэтому многие люди потом не могут справиться со своим внутренним состоянием, и это чревато психическими разрушениями. Наталя Володимирівна, те, що основа кожної духовної людини – бути щасливим і багатим – це зрозуміло. Без аспекту здоров'я це абсолютно неможливо. Ви темі здоров'я приділяєте величезну увагу, бо на початковому етапі навчання до вас в більшості приходять люди, які мають деструктив повний в організмі. Це те, що нам навіюють і наші емоції, і вчинки, і неправильні дії в житті. Яким чином поліпшується здоров'я? Ви з кожним працюєте в практиках? Ну, конечно, да, я понимаю, что человек пришел, он пришел в состоянии болезни, в состоянии разрушения. Я понимаю, что сам он мог бы справиться, но это долго, а может и не справиться. То есть хватит ему сил, не хватит ему этого терпения. И я это осознаю и, конечно же, стараюсь ускорить процесс, а значит, работаю с каждым индивидуально. Очищаю, обновляю, омолаживаю, наполняю. Почему здоровью уделяю очень много внимания? Настолько много, друзья, что даже обучаю вас самих себя восстанавливать. Мои ученики, они не ходят по врачам, они сами себя восстанавливают. Они знают, что нужно для того, чтобы быть здоровым человеком. Да, с одной стороны, я лишаю медиков работы, а с другой стороны, я взращиваю здоровое социальное общество. Поэтому тут вот так вот. Кому-то хорошо, кому-то не совсем. Друзья, когда у вас нет здоровья, вы ничего не хотите. Вам ничего не мило и не радостно.
Ваш акцент жизненный только на том, чтобы убрать боль. Поэтому в первый же день работы мы работаем со здоровьем. И люди, которые ко мне приходят на семинаре, я уже даю людям рекомендации посмотреть анатомию человека, устройство человека. Кстати, многие этого не знают. Даже не знают, как выглядят их органы, как устроен человек. Конечно, здоровье – это основа жизни. И я понимаю, что сам человек, он не справится, нужна помощь. И я работаю как личность, которая имеет великую силу, энергию. И я направляю эту энергию на своих учеников, что и восстанавливает их здоровье и внутреннее состояние. Ще один результат, якого досягають всі ваші учні вже навіть на початковому етапі, це результат розуміння того, як з грошима в цьому світі жити. Бо духовна людина, ну аж ніяк не може бути бідною. Про яку духовність можна говорити, якщо в гаманці там 10 чи 20 гривень? І навіть ваші учні дивуються, що гроші з'являються, здається, ні звідки. От дива. Вони це називають дива, хоча це закономірності, які працюють. Давайте на цьому зупинимось, Наталя Володимирівна. Но тут все просто. Деньги – это проще простого. Заработать, иметь деньги – это проще простого. Есть законы денег, есть не только законы, есть методы управления деньгами. Вот я делюсь всеми этими знаниями, этими методиками со своими учащимися. Вот почему к ним очень быстро идут деньги. Но, как я вам говорила, всему нужно соответствовать. Тогда в жизни будет все. И богатство, и здоровье, и личные правильные отношения. Многим-то людям что мешает? Эгоизм, упертость, эгоизм, высокомерие, тщеславие. То есть это все качество эго. Когда человек понимает, что он не эго, когда он понимает, что он величие, он действительно величие, это то, что создано самим Творцом, высшим разумом. И он может все в своей жизни, и он не должен страдать, он не должен плакать и болеть, он не должен проживать нищенскую жизнь, ведь он же дитя высшего Творца. Как? Почему он страдает? Значит, что-то делает не так. А делает не так, так никто его не научил делать так. Знаете, все, практически все наши учащиеся во всех городах и странах говорят о том, что знания, которые они получают в 60, 70, иногда в 80 лет, да, что этому нужно учить детей в детском садике. Вот тогда у нас будет здоровое, успешное и счастливое общество. Вот тогда не будет войн на планете. Вот тогда не будет катастроф. Тогда наши реки, озера будут чистыми и воздух будет чистым. Но этих знаний не дают. Наоборот, стараются сделать все, чтобы эти знания презирались. Презирались, это правда. И, видимо, это кому-то выгодно, друзья мои. А я считаю, и мои ученики считают, что эти знания – это основа счастья и радости вашего бытия. Вам нужно учиться всему, и не важно, сколько вам лет, не важно. Сегодня на курсах у нас поприходило очень много людей, уже последнее занятие, была вторая ступень, люди уже занимаются несколько лет. И женщина, которая давно закончила эту ступень, смотрит на мужчину. И вот я на него смотрю и не могу узнать. Это, говорит, Владимир Иванович или это не он? Он же вот помолодел на 10 лет. То есть она потом его узнала, они вместе ходили там на определенные процедуры. Вот. И вот здесь она, глядя на этого мужчину, сначала не узнала, настолько он помолодел. Хотя этому мужчине уже много лет, но он очень серьезно собой занимается. Он очень исполнителен. И вот у него все очень гладко, ровненько и быстро. Наталя Володимирівна, тобто вже прийшовши на відкритий семінар, з наступного дня, тобто з понеділка, кожен бажаючий, хто пройде у вас співбесіду, може навчитися жити по-новому. В чому ж тут секрет? Ви вмикаєте вольовий імпульс, ви навчаєте працювати з енергіями, яких ми не бачимо, але вони є навколо нас. В чому тут секрет? Секретів дуже багато. На самом деле, це не столь секрета, как знания, которые объясняют природу человека.
Почему сейчас их называют секретами? Потому что почему-то ими не пользуются, почему-то несерьезно относятся к этим знаниям. Ну и некоторые, да, скрывают эти знания. Я даю людям знания, я обучаю пользоваться всем этим. Поэтому человек получает результат уже в первый день наших занятий. Но для того, чтобы попасть на эти занятия, я должна увидеть огонь в ваших глазах. Я должна увидеть это сильное желание изменить свою жизнь. Я должна увидеть вашу устремленность. Если я этого не вижу, если вы подошли ко мне, а я увидела сомнения, сразу указываю на дверь. Таких людей я не беру. И я не буду никому ничего доказывать. Самым высшим доказательством в моей жизни является мой опыт жизненный. Десятилетняя работа, многолетний опыт и результат моих учеников. Вот вам доказательство. А доказывать кому-то еще что-то, новым людям, которые пришли, увидели меня впервые, я не собираюсь. Самым высшим, лучшим доказательством является результат. А для того, чтобы он был, этот результат, вам нужно доказать мне, что вам это надо, что вы достойны этих знаний и вы достойны уже завтра получить эту помощь. Вот.